Приветствую. Как тебе игра? Все ли понравилось? Все ли вы выполнили, что хотели, что задумывали? И как тебе соперник вообще? Ну, игра была вообще не важна для нас, на самом деле. Мы уже и до этой игры все вышли, мы сюда приехали пиво попить просто. Уже там ящик стоит, игра вообще ничего не решалась. Заберу. Довольно достойно выиграли, хороший счет. Ну, мы просто, не знаю, судья там травил весь первый тайм. Ну, блин, ну просто это смешно. Там тут не видит, там видит, тут какие-то, блин, тычки, это все свистит в одну сторону. Просто во второй тайм вышли, решили, короче, им просто футболом наказать, на судью уже не обращать внимания. А так, в принципе, играли как в удовольствие. Соперник жесткий, они играют, только несутся. Вроде как бы так по игрокам перекрыть, и все. Ничего, в принципе, они нам не показали вторую игру, в принципе, и в первой игре они там, ну, не особо. Только бойцовских качествах, да, им, ну, не занимать, молодцы.